на балконе. Я буду смотреть на прохожих. Она девчона. Она девчона. Она весенняя девчонок и немного на парней. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так, уж я и страшен. Я даже немного. Всем привет, с вами снова Раиль, и вы находитесь на моем музыкальном блоге. Сегодня у нас очередь дошла до песни группы Чайф «Оранжевое настроение». Песня довольно-таки очень даже простая, но одновременно веселая. Она не несет какого-то особенного смысла, но зато дарит хорошее настроение, о чем гласит ее название. Еще раз напоминаю, что мы разбираем песни из видео «25 песен за 8 минут». Там я исполнил эту песню. Хочу сказать, что эту песню мы очень часто исполняли в свое время. Именно с этой песни я начал играть на губной гармошке, подключил ее вместе с холдером. Кстати, я вам покажу и соло, которое играется на губной. Ну, там очень просто, любой человек сможет. Да, именно с этой песни у меня началась вокальная карьера, можно сказать. Ну, не карьера уж. Творчеством я занялся после этой песни. Да, это довольно-таки простая песня, поэтому, когда меня люди просят посоветовать песню для начинающих, я советую именно эту песню. Аккорды простые, и петь несложно. Тут весь смысл заключается в настроении, которое вы дарите. Чуть не забыл, в свое время мы эту песню исполняли множество раз, поэтому у нас есть различные версии каверов на эту песню. Их вы можете увидеть, пройдя по этим ссылкам. Здесь и лайв-версия, и довольно-таки старая версия наша, где мы первый раз еще с саксофонистом исполняли эту песню. Итак, поехали. Вся песня у нас играется на основе четырех аккордов. Аккорд С, аккорд АМ, аккорд ДМ и аккорд Г. Бой у нас тут немножко даже необычный, можно сказать. Итак, вначале у нас идет вступление гитары только, да, соло, перед игрой на губной гармонике. То есть у нас два раза повторяется вот этот круг четырех аккордов. Берем аккорд С и делаем такие удары. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Дальше аккорд ДМ. Тут она начинается с удара вверх. То есть акцент с аккорда ДМ у нас переходит на другую долю. Делаем удар вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте соединим эти четыре аккорда. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Замечаете, что у нас с аккорда ДМ на Г у нас немного бой смещается, да? Извиняется. Это явно заметно, и тут у нас могут возникнуть проблемы, когда мы меняем акцент. Но вам нужно просто медленно все это протренировать, и у вас все получится. Еще раз, поехали. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз смотрим. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх.
То есть с аккорда М нам нужно резко перейти на аккорд М, чтобы мы удар вверх уже сделали на аккорде ДМ. Надеюсь, с боем мы разобрались. Давайте теперь разберемся с формой нашей песни. В песне у нас нету припевов, но зато есть проигрыши на губной гармошке, которые заменяют припев. Если можно так назвать песню, то она куплетная, да? И в ней у нас 5 куплетов до второго проигрыша на губной гармошке. Это значит 5 четверостишей или сколько там нужно нам спеть. И после второго соло на губной гармошке мы еще поем один куплет. И потом у нас начинаются уже всякие короткие фразы. Кстати, бой, который я вам сейчас показал, играется до куплета у нас. То есть начинает гитара. Этот бой еще здесь играется, потом вступает губная гармошка, он тоже здесь играется. Но с начала куплета нам нужно будет делать удары, которые будут заменять ударную установку. Если посмотреть видео, то сразу же понятно, что в оригинале у нас этот бой продолжается до конца песни. Но так как у нас тут нет ни ударных установок, ни баса, и вы один поете эту песню для других, вам нужно будет заменять ударную установку при помощи ударов. Ну, боя. Все понятно, надеюсь. Начать играем вот этот бой, когда гитара играет, потом губная играет. И ступает, когда бутылка кефира, ну, куплет начинается, мы уже переходим на бой. Давайте его рассмотрим. Берем аккорд С, делаем удар вниз, удар вверх, вниз, вверх, удар вверх, вверх, удар вверх, вверх, удар вверх. Давайте медленно. Вниз, удар вверх, вниз, вверх, удар вверх, вверх, удар вверх, вверх, удар вверх. Поначалу кажется, что за бред я играю, да? Но на самом деле, если сыграть в темпе и с раскачкой, звучит он так. Ничего бредового тут нет. Еще раз, медленно, поехали. Вниз, удар, вверх, вниз, вверх, удар, вверх, вверх, удар, вверх, вверх, удар, вверх. Просто запомните ритм и делайте эти удары. Давайте попробуем спеть первый куплет с этим боем. Бутылка кефира, полбатона. Бутылка кефира, полбатона. А я сегодня дома. А я сегодня дома. А я сегодня дома один. Ребята, как уже говорилось, у нас идут 5 куплетов до второго проигрыша на губной гармошке. Мы его снова сыграли на губной. Дальше идет такая немного тихая часть, где у нас все набирается заново. А кефир я допью ровно в 10. Батон я доем чуть пораньше. После второго соло на губной у нас идет один куплет, где можно делать просто удары вниз на аккордах, на всех этих 4 аккордах. Кефир я допью ровно в 10. Просто аккорд Г после ДМ нужно будет взять быстрее. Ну, прочувствуйте вот этот ритм. Кефир я допью ровно в 10. Батон я доем чуть пораньше. И перед сном. Чего хорошо.
можете тут уже начать снова тот же самый бой, а можете его еще протянуть. Тут у нас 4 раза повторяется фраза «бутылка кефира полбатона» на вот эти самые аккорды. Потом начинаются новые слова, и все они начинаются со слова «оранжевое небо». Ну, оранжевое слово. Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевая мама, оранжевый верблюд. Вот такие вот дела, друзья. Давайте теперь рассмотрим соло на губной гармошке. Теперь я вам попытаюсь объяснить, как на ней играть то самое соло. Оно несложное, и это я, конечно, объяснение это делал в первый раз, но надеюсь, у меня все получится. Как видите, губная гармошка одевается на холдер, специальная такая штучка, холдер называется, при помощи которой можно играть и на гитаре, и на губной гармошке вместе. Очень удобная вещь. Ну, конечно же, можно играть не только на гитаре, но еще и на других, там, на укулеле, на ударных во время игры. Но сейчас мы рассмотрим соло на этой самой губной гармошке. Друзья, на самом деле тут не принципиально, что играть. Солист группы Чайф, он импровизирует на губной гармошке, но всегда можно на разных записях узнать примерно одну и ту же мелодику. Сейчас я ее вам сыграю. Она очень простая, очень легкая. Нужно будет делать просто вдох и выдох. Кстати, на экране я напишу табы. Да, табы я там, наверное, и напишу. И чтобы вы не запутались, там будут минусы и плюсы. Плюс это означает выдох на губной гармошке, а минус – вдох. Надеюсь, вы уяснили это. Итак, звучит соло так. Как уже сказал, не принципиально, что тут делать. Просто вам нужно соблюсти вдох и выдох, их длина, и все у вас получится. Так, давайте берем губную гармошку. На первый выдох нам нужны будут дырки 5, 6, 7 и 8. Берете ртом эти дырки. Сначала делаете вдох. А потом уже выдох. Выдох у нас длится аж целых... почти целые 4 аккорда. На 4-м аккорде мы уже меняем направление дыхания. Итак, поехали. Сначала делаем вдох. То есть, когда доходим до аккорда С, мы уже снова делаем вдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. То есть, сначала... вдох, выдох, вдох, выдох. Это, надеюсь, понятно. Здесь у нас губная гармошка вступает как бы из-за такта. То есть перед аккордом С на аккорде Г. На аккорде. Сделали 2 резких вдоха и начали долгий протяжный выдох. На аккорде Г делаем вдох, выдох, вдох, и потом снова опять протяжный выдох начинается. Так. На каких дырках нужно будет это все делать, я напишу вот здесь. Еще раз, поехали. Запоминаем. Резкий вдох и выдох. Такой расшатанный ритм. Снова опять. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сложно рассказать все нюансы, которые я играю на губной гармошке, но я их
попытаюсь прописать на видео, чтобы вы увидели, какие там дырки нужно вдыхать. Но лучше всего запомните эту мелодию на слух, на слух. Здесь мы воспроизводим не одиночные ноты. Здесь аккордами идут. Вам просто нужно будет запомнить, где выдох, где вдох. Поехали. Диапазон нашей мелодии колеблется от четвертой дырки по восьмой. Дальше не нужно. Там просто вам нужно будет сделать правильные вдохи и выдохи. Ребята, давайте я вам еще покажу басовую партию в этой песне быстренько. Она звучит так. Довольно-таки простая, вот такой круг у нас повторяется на протяжении всей песни. Какие у нас тут ноты? Нота до, ля, ре, соль. Это все по аккорду у нас идут ноты. И когда мы доходим вот до такого места, у нас тут такие ноты. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Все просто. Ритм у нас такой. Где я делаю удар, это означает пауза. Хотя на акустической бас-гитаре вы можете играть эти самые удары. То есть... Для эффекта тоже. Ну давайте рассмотрим. Каждую ноту нужно играть коротко. У нас как бы есть сильная доля. Потом отталкиваемся... другой. То есть в конце каждой ноты мы отталкиваемся от нее на другую ноту. И опять по кругу. Такую партию у нас играет бас-гитара. В общем, ребята, наш урок подошел к концу. Следите за обновлениями, ждите моих новых разборов. Самое главное, подписывайтесь на канал, получайте мои все эти разборы, новые видео, кавера, мои собственные песни. Учитесь играть на гитаре, петь, танцевать, летать, кушать вместе со мной, дорогие друзья. Оранжевого настроения вам и до новых встреч!